В ЮРГУ открылась выставка научно-технического творчества студентов. Мероприятие проводится на протяжении 6 лет. В этом году его открыл проректор по учебной работе Родионов Андрей Александрович. Широта работ является доказательством творческой активности, степени важности и актуальности проводимых выставочных мероприятий для студентов ЮРГУ. На открытии была возможность познакомиться с работами в области естественных, технических, экономических и социально-гуманитарных наук. Подробности в наших следующих выпусках.